Любовь, любовь, вы что? Ну это животное. Ну, сейчас самое интересное будет. Ну как вы можете спать? Мешайте. Как вы можете спать? Сейчас к Мальволио приедет мать его из, из Пизы. Не могу. Любовь, я прошу. Ребят, работаем. Работаем. Смотрите, вы. Дамы и господа, на Первом канале вечерний Ургант. Сегодня в гостях звезда мировой оперной сцены Любовь Казарновская. Мисс России 2013 Эльмира Абдразакова. Музыкальный гость Матис Яху. И весь вечер с вами великая группа Фрукты. Если бы в выходных был свой символ, то это был бы Иван Ургант. Все, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер. Заканчивается пятница, заканчивалась рабочая неделя, начинаются выходные. Фух, можно передохнуть и послушать интересные, хорошие новости, которые произошли, ребята, на этой неделе. Вот, например, столичные власти, московские столичные власти, построят на территории Новой Москвы. Новая Москва — это, как вы знаете, это такая как бы сбоку такой, как бы, такой присоединенная часть России к Москве. Вот, построят экстрим-парк, которого так не хватает жителям столицы. Об этом известием рассказал руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Житкин. На первый взгляд, очень хорошая идея. Только это вторая очень хорошая идея, потому что бюджет обойдется недорого. Потому что мы все знаем прекрасно территорию Новой Москвы, где, как не там, строить экстрим-парк. И недорого это все обойдется. Нужно просто поставить забор, который будет понятно, где заканчивается экстрим-парк, и продолжается просто экстрим. На официальном сайте Министерства труда и социального развития опубликован очень интересный документ. Давно ли ты, Олег, заходил на сайт Министерства труда и социального развития? Ты никогда не заходил, потому что он без фотографий. Но я вам хочу сказать... Я вам хочу сказать, что и без фотографий там интересный очень документ опубликован. Документ называется «Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о взятке». Так. Пожалел о том, что не заходил на этот сайт, Олег? Друзья, что это такое? Это означает, что запретными для чиновников должны стать столь любимые ими выражения, как... Такие, как, знаете, ну, вопрос решить трудно, но можно. Или спасибо, на хлеб не намажешь. Или договоримся, нужны более веские аргументы, нужно обсудить параметры, ну, что делать будем. Вот. Вот это все может попасть под запрет, потому что это символизирует желание чиновника получить взятку. Также могут попасть под запреты некоторые жесты. Сейчас серьезно это обсуждается, такой закон, как вы понимаете, разрабатывается. Что делать? Как жить чиновнику, опять притесняют чиновника в России? Я уверен, что чиновники что-нибудь придумают, и скоро у чиновников появятся другие выражения, намекающие на взятку, такие как, например, «хорошо бы эту рыбку лимончиком сбрызнуть». А лучше двумя. Или «как же я давно не был на своей родине-то у родителей, на Бора-Бора». Или такое выражение «хотелось бы, вот бы хотелось поиграть у Дмитрия Деброва в программе, да и выиграть». 4,5 раза. Могут появиться новые жесты. Например, вместо ну, традиционных жестов для чиновников, таких как или любых других, может появиться, например, другой. Например, такой, знаешь, вот такой жест. Когда вы хотите этот вопрос решить на местном уровне или на федеральном. Ну или это традиционный, наверное, новый диско-чиновник, который... Это для, если пожилые люди пришли. Да. Вот. Единственное, что все эти правила, ограничения касаются только чиновников, а вот инспектор ГИБДД это не касается. Будут они действовать по старинке, показывая на цифры в серии водительского удостоверения и будут говорить сакраментальную фразу. Ху-ху. Но это лишение прав, здесь я уже ничем помочь не могу. Это вечерний Ургант. Мы начинаем, ребята. Поехали.
Вот случай был. А вот если такая программа вот у нас бы была бы, понимаешь, если бы вот так новости говорили. А вот был случай один тут. И сидел бы я в кресле вот так, понимаешь? А вот один случай тут был. Знаешь, и я бы тоже тут. Пришла ко мне одна вдова. Так, ребят, был случай в Винницкой области, кстати, Украины. Дорожные инспекторы задержали грузовик, в котором перевозились 3,5 тонны сала. Вот это новость. Сообщает Форум. При этом документы на груз у водителя отсутствовали. Да, сало было изъято. Изъято и помещено на хранение в холодильные камеры, чтобы сало не потекло. Это я от себя добавляю. Чтобы сало не поплыло. Образцы направлены на исследование. Сегодня на наш ноутбук очень важно. Мы хотим разместить фотографии из лаборатории, которая находится тоже по совместительству в Винницкой области, где проходили исследования полученного вследствие остановки автомашины сала. Вот работа экспертной комиссии. Руководитель лабораторного исследования сейчас не может принять участие, потому что он прилег на диван с главным бухгалтером компании. Но экспертиза совпала с проверкой и виноводочной продукции. И все это вместе совпало с днем рождения тещи главного инспектора. В общем, сидели 6 дней. Кстати, Саша, у нас сегодня замечательные гости. Так. Потому что весна, весенняя погода, весеннее настроение, Москву замело. Дети из снега лебят бабу весеннюю. Вот. И, конечно, у нас в гостях очаровательные весенние женщины. Это оперная дива Любовь Казарновская. Посмотрите, вот Любовь распевается у зеркала. Как же это здорово. И мисс Россия у нас сегодня в гостях. Да, Эльмира Андразакова. Видите, Эльмира танцует, потому что ей весело. Да, все весело, все смешно. Продолжается масленичная неделя, уже практически заканчивается. Блины летят стаями в желудке россиян. Готовится чучело, бьются мордой. Все то, что происходит обычно на масленичной неделе. Кстати, по поводу сжигания чучела. Я знаю, что очень многие наши зрители, к сожалению, не могут принять участие в обряде сжигания чучела, потому что, к сожалению, находятся в дороге или куда-то едут, или возвращаются из командировки. И поэтому специально для таких людей, которые не могут выйти на улицу и вместе всем селом сжечь чучело, или городом, или районом, у нас для вас, друзья, есть предложение. Мы разработали карманное переносное чучело. Чучело, которое можно сжечь везде, где вы находитесь. В дороге, в пути, в купе, если вы едете, в плацкартном вагоне, если вы в самолете находитесь, в автомобиле. В лифте. В лифте. Более того, тихонечко в гостинице, сели вечером, пришли, ну что-то, находитесь на работе, еще, как говорится, приехали. Вот, везде люди празднуют, вы один. Аккуратненько зажгли тихонечко соломку, чучело загорелось. Если вам скучно просто так сжигать, вы можете приклеить на чучело любую из фотографий, которые вот прилагаются здесь. Можно вот смотреть, это группа «На-на», например. Есть Мэрилин Мэнсона, можно приложить, Николай Басков. Вот можно Никиту Джигурда. Вот если работаете на канале «Россия», можно мое лицо вот, использовать. Кто тут еще? Владимир Жириновский. Ну тут масса... Александр Киржаков. В общем, это тоже прилагается набор. Просто любой человек, любое лицо, если чтобы вам было приятнее и веселее, можно это сжечь. И более того, самое главное, не забывайте, что тот материал, из которого сделано чучело, при сжигании может влиять на то настроение, в котором вы находитесь потом в компании. Сжигай чучело, веселись, Россия. На Первом канале продолжается битва звезд каждое воскресенье. Друзья, вы все знаете и смотрите. Происходит битва, когда звезды переодеваются, перевоплощаются. Все это называется шоу «Один в один». И чем мне это шоу особенно нравится? В жюри сидит удивительная женщина, певица, оперная дива, которая сегодня пришла к нам в гости, Любовь Казарновская. Дивы! Дивы!
должны появляться именно под такую музыку. Любовь, спасибо, спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо. Я мечтал большое с вами познакомиться. Я тоже. Потому что вы, во-первых, вы из всех моих гостей выносите самые большие часы, которые я видел в жизни. Можно я попрошу вас показать? Можно. Скажите, пожалуйста, почему такой огромный запас прочности у вас на левом запястье? Это не прочность. На левом запястье. Это мне все время напоминание о том, что перемещение в часовых поясах должно точно соответствовать по времени. Подождите, давайте покажем. У вас, я закрою марку, чтобы не было видно. Да, да. Название. Значит, у вас здесь вот это время. Это Москва. Это Москва, и я вижу, как бы такая черная, да, полоса в вашей, да, жизни. Да. Это Америка. Это Америка. Это что у вас? Это как бы должна быть Япония. Ну, предположим. Предположим, давайте. Да, да. А что вот здесь скрывается? Вот здесь, а вот что? Здесь вот ничего. Ничего, просто, здесь просто будильник. Часы. Здесь будильник. А, Любовь, позвольте мне уточнить у вас. Да. Я слышал, что вы достаточно нетипично провели встречу весны. Ох, как нетипично. И я хотел бы вас попросить рассказать, потому что прибежал к нам в студию несколько дней назад, да, карликовый олень. И сказал, привет от Казарновской. И сказал, видел Казарновскую в тундре. Было такое. После этого карликовый олень убежал обратно на съемки передачи «Давай поженимся». Скажите, как такое могло произойти, что вы оказались 1 марта тундре, пожалуйста. Вань, это невероятная совершенно история. 1 марта день рождения моего мужа. Так. И, значит, 1 марта в тундре, в городе Нарьян-Мар, это Арктика, происходило совершенно невероятное событие. День холода называется. На самом деле это день любви к Арктике. И мы знаем, что принц Альберт сейчас увлечен этой идеей. Вообще, принц Альберт это монакский. Монако, да. Монакский, да. Угу. Он совершенно помешан на этой идее. Он ездит в Лапландию, он катается на оленях. Он говорит, расскажите что об этой идее. Что, идея это, о том, что Арктика – это жизнь, да? Арктика – это жизнь, наивно предполагает принц Альберт, который живет, напомним, где? В Монако. И мы наивно предполагаем, потому что если действительно всю наивность отбросить, если льды Арктики растают из-за того, что бурят нефть, бурят газ, теснят коренные народы. Да просто из-за того, что много бурят. Много бурят, да. И просто из-за того, что много бурят, да. И нарушается вся экологическая история. Это то, о чем Альберт Гор снял фильм. Совершенно верно. Совершенно верно. Большая опасность. Огромная опасность. Скапливается безумное количество воды от подтаивания льдов. И земля просто может кувырнуться, и у наших детей может не быть будущего. И, в общем, принц Альберт... Какая замечательная тема для разговора. Да, принц Альберт это вынес в заголовок своего громадного интервью. У моих детей не может не быть будущего, да? И поэтому... Что же ему ответили жители Нарьян-Мара? Вот, жители Нарьян-Мара сделали такой совершенно фантастический праздник, когда приехали коренные народы, там и лапландцы, и венки, и ла-ла-ла. И с арктическими бубнами был вообще совершенно невероятный праздник. Не дать создать национальный парк, не дать теснить нефтью и газом арктический регион. И не убивать оленей, не убивать коренные народы и так далее. В общем, я оказалась там. Кто-то убивает коренные народы до сих пор? Вы хотите сказать? Не только водка, не только, так сказать, истребление. Все, я понимаю, да, конечно. Вот. А действительно, многих осталось по 5 человек. Коренных народов, да. Скажите. И вот случился день рождения моего мужа. Вот, я пытаюсь каким-то образом сопоставить. Ваш же муж, давайте мы, я думаю, что это многие знают, но все-таки скажем. Ваш муж, он ведь не из России. Нет, он австрийский. Он австрийский гражданин. Да. Что может быть лучше для австрийцев в свой день рождения поехать за полярный круг? Да, для него это был самый экзотический день рождения. Он мне сказал, мы кормили оленей, мы проехали на оленей упряжки. Роберт кайфовал безумно. Что вы там ели? Вы знаете что? Он поел строганину, я нет. А строганина? Я боюсь. Это просто замороженное... на... замороженное мясо, мясо оленя или рыбка. Вы катались на олене и ели его? Господи. Он, не я. Он? Я вы нет, не ели? Нет, нет. У меня, нет, есть, у меня есть фотография, сейчас я попробую... Ну вот, посмотрите, это фотография просто... это, очевидно, не в Нарьян-Маре сделана фотография, но нет, это ваш муж, ваш, да, вас кормит, мы, да, хотим вас поздравить, вы уже, у вас же долгий союз, вы... 24 года. 24 года, ну, позвольте вас поздравить. Спасибо сейчас большое. Спасибо. Как? Ну, это же очень сложно. Вот все-таки их ваш ментальность, муж, да, наша их ментальность, ментальность, наша ментальность. Да. Мы, как бы, у нас большая страна, мы, да, совершенно другие. Да, правда. Как ваш муж адаптировался за 24 года? Как он привыкал к стране? Вань, во-первых, у него за плечами славянское отделение Венского университета и наш университет стажировка. Но в славянском отделении Венского университета нет работников ЖЭКа. Это правда, абсолютно. Вы знаете, он настолько понимает все наши прибамбасы, он настолько чувствует и языковую природу, и обожает нашу музыку, и любит жену.
И поэтому для него это адаптация. Он мне сказал, ты знаешь, я в себя Россию всосал. Я всосал эту культуру, я всосал этот дух. И я на эти вещи не обращаю внимания, ни на Жеки, ни на идиотизмы. Ну хорошо, то есть он, вот с этим он как бы... Он мирится. А он может, вот вы можете его отпустить одного за хлебом? Конечно, он это и делает. Он идет в гастроном, он покупает хлеб, он торгуется с тетеньками на рынке и говорит, нет, это плохая морковка или плохая картошка. Он все это делает. И причем делает это с большим удовольствием. Да. Более того... Когда он приезжает в свою родную Вену, он мне сейчас сказал, слушай, что ты со мной сотворила? Что со мной сотворила Россия? Я 3 дня должен обижать все свои любимые места в Вене, пойти в любимые книжные магазины, музыкальные магазины, все. Мне надоедает. Ну что это? Австрийская ментальность. Он говорит, я не могу. Вы такие креативные россияне. Наши люди. Да, энергия. У вас есть жизнь. А Европа... Вот это все, что они там сидят. Вот, пожалуй, более точное определение для Европы сложно себе представить. Сейчас реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. Королева тундры сегодня у нас в гостях, Любовь Казарновская. Любовь, позвольте мне уточнить у вас судьбу и происхождение вот этого предмета, который я держу в руках, и который вы принесли сегодня с собой. Да. Это, я знаю, как выглядит олень, это не подходит оленю. Что это за потом? Расскажите, прошу вас. Это фантастическая история. Это вещь, которая сопровождает меня уже почти 24 года. Угу. Значит, мое первое выступление такое серьезное на Западе, Зальцбургский фестиваль. Это, давайте объясним зрителям, это же главный фестиваль классической музыки, да, в мире, наверное. Да, который основал и Тосканини, и потом продолжил Караян и так далее. Это вот в честь Караяна, великого маэстро мира, как его называли, да, гран-музыкаль, директор всего мира. Так вот, «Реквием Верди» по приглашению Караяна я пела в Зальцбурге, это был 89-й год, и... Караян, к сожалению, ушел из жизни. И мы пели с Рикардо Мути и с Венской филармонией «Реквием Верди» в его честь, в его память. Зал стоял, все вот эти 10 часов, зал стоял на ногах, потрясающе. И когда я выходила на сцену, мне принесла помощница Караяна эту подкову и сказала, пусть она будет удачей, которая тебя сопровождает всю жизнь, потому что маэстро тебя очень любил. Это вот, такая, вот это такое вот проявление, такая, вот, такая подкова. Да. Давайте мы же этому поаплодируем. Кстати, Вань. И вот что, знаете, удивительно, и на подкове написано «Суздаль». Вот так. Да. На подкове написано «Суздаль», что говорит о том, что все равно оперная музыка, классическая, лучшая Правильно. Музыка, она из России. Правильно. А я хотела как раз рассказать историю. Прошу вас. Она мне сказала, вот эта вот дама, она сказала, ты знаешь, эта подкова приехала из России. Это Караяну в свое время. Привезла поклонница в желудке. Нет, привез Святослав Рихтер. Святослав Рихтер? Да, который играл с ним и сказал, маэстро, эта подкова сопровождает меня всегда. И вот она вернулась в Россию. И вот она вернулась ко мне. Поэтому она так для меня дорога. И когда меня просматривают на таможнях... Кстати, я думаю, вызывает вопрос. Да, говорят, это что у вас там металлическое? Я говорю, вы знаете, это такая подкова. И когда говорю, они говорят, ладно, идите. Так что вот она, Подкова. Знаете, позвольте я продолжу тему животных, которых можно подковать. Да. Я попрошу прокомментировать вот эту фотографию. Объясните мне, пожалуйста, что вот на этой фотографии. Это потрясающая история. Да, и мы видели фотографию вашего мужа и понимаем, что это за... Что это за хахаль какой-то, что это за слюнтяй сидит. Позор! Что это? Кто это? Рассказывайте. Значит, рассказываю. Снимался фильм «Кармен» австрийским режиссером. Это было в Испании. И вот я безумно боялась сесть сама на лошадь. И он мне говорит, значит так, сцена, когда цыганский идет номер, значит, ты должна приехать на лошади. Я сказала, ни за что, да еще этот скакун, который подо мной все время делал. Да это живая эта лошадь. Это вот так. Одно дело их есть, другое... Да, конечно, так. Так вот, значит, мне дали человека, вот этого красавца, испанца. Он сам занимается лошадьми, он наездник. И вот я выезжала
в этой красоте, на этой совершенно фантастической красоте лошади с этим красавцем, почему, я выезжала в карман. Почему я задаю этот вопрос? Ведь есть же стереотип. Ну, есть стереотип. Но согласитесь, что оперные певцы и певицы... Вот видите, вы показываете их так же, как Европу показываете. Знаете, вот они. Вот оперные певицы. Есть стереотип. И оперные певцы. Есть. Не сказать бы, что они как бы большие. Они громадные. Их много. Их много. Их много. Да, они футляры с голосом. Они как бы, да. Понимаете, там много всего. Но вы-то другая. Да, я другая. А как так это складывается все? Вань, вообще оперные певцы склонны к тому, чтобы действительно покушать, сесть на диван, подумать и решить, вы сейчас говорите о большинстве жителей России. Нет, почему? Покушать, подумать, сесть. А американки, оперные певицы, это же что-то совершенно невероятно. Вы сейчас показываете только объем ноги. Да. Я видел американок. Так вот, это физиологический процесс, да? Когда вы поете, диафрагма давит на желудок, и кажется, что ты все время голодный. Надо энергии, надо побольше мяса съесть. Да. И это начинает заполняться котлетами, Это не случайно. Это физиологический процесс. А я... Смотря на примадон прошлого, я думаю, боже мой, ведь они не были толстые, они были красавицы. Да. Анна Моффа, Рената Тибальди, Рената Скотта. Посмотрите, какие женщины. Да, я знаю. Мария Каллас. Мария Каллас, которая похудела на 25 килограмм просто радикально. Просто как с куста. Да. И я думаю, что в этом есть очень большая правда, потому что если ты играешь 15, 16, 17-летних девочек и выходишь в таком виде, кто тебе поверит? Ну, в Америке там такие девочки часто и сидят в зале. Да, совершенно верно. А у нас, посмотрите, вон они все, вот так усенькие, березки наши, липочки, вон они сидят все. Да, и поэтому я решила, что играть 15-летнюю Соломею, 17-летнюю Татьяну, это неприлично выходить к публике с такими телесами. И я взялась за себя после родов, я поправилась, у меня, когда родился сын, я поправилась. Я решила так, буду бегать, буду себя морить голодом, не буду есть и достигну Соломея, той формы. Соломея, это у меня же есть, нужна. Смотрите, что про Соломею. Это же вы здесь в образе Соломеи, вот здесь. Да, это мой портрет. А посмотрите, что это, вы посмотрите, это же марка, на которой написано «Люба». Да, да. Это австрийская почта выпустила к 30-летию моего дебюта оперного на оперной сцене, который был в 81-м году. Любовь, как вы относитесь к тому, что марку ведь можно наклеить на разный конверт? В конверте нет, же может я принесла быть... Урганту, знаю, что он наклеит на правильное место. Нет, ну я понимаю, ну вот... Ну вы же понимаете? Ну вы же понимаете, в конверте же может лежать и заявление о банкротстве. В ЖЭК. И в ЖЭК заявление. Не платит за воду. Может же лежать и тест, где написано, что ваше отцовство не подтвердилось. Там же все, что угодно может быть в этом конверте. Все может быть. Анонимное письмо. Вызвало это безумный шок. Моя свекровь, которую я отправила на открытки, этот штамп, она говорит, в Вене письмо идет день. Ей письмо шло неделю. Они смотрели, что это, кто это, почему это и откуда такая марка. Представляете? Ну, потому что это Европа, это они вот такие показывают. Да, вот такие. Все понятно, да. Хорошо. Уважаемая Любовь, я хотел бы задать вам вопрос, связанный с шоу, которое вы сейчас представляете на Первом канале. Вы член жюри. Да. Я вас про себя называю председателем жюри, потому что вы наиболее объективно говорите среди тех, кто там присутствует, не менее уважаемых и талантливых людей. Расскажите, что происходит на шоу, есть ли у вас фаворит, в конце концов, и что нам ждать впереди? Вы знаете, я от этого шоу в восторге. Я всегда вспоминаю нашего великого реформатора оперной сцены Константина Сергеевича Станиславского, который говорил, что актер, который показывает другого актера в виде этюда, да, такого, какой-то зарисовки, он подмечает невероятные вещи, если он талантлив. А потому что актеры ненавидят друг друга. И Константин Сергеевич знал это, как никто другой. Актеры ненавидят. Была бы воля, бы один актер остался на земле. Ну, в старом хате они не ненавидели. Михаил Чехов ненавидел Станиславского или Андровского и так далее. Ну, так, он как бы недолюбливали. Ну, скажем, хорошие отношения, да. Но... И, конечно, не только любовь диктует, так сказать, эти вещи, да? Ты подмечаешь какие-то очень красивые, очень правильные, очень иногда негативные, а очень иногда позитивные. Кто у вас пока фаворит? Пока у меня Леша Чумаков. Чумаков, Лешка. Да, да. А я ведь, знаете, я же когда-то вел конкурс, он вот только появился. Да. Не изменился. Такая же бородища. Вы знаете, он потрясающий. Он потрясающий. Он абсолютный актерская ртуть. Но он для меня открылся совершенно с новой стороны. Вот я тоже не мог его понять. Он все время сквозь пальцы уходил у меня. Он вот такой. Давайте посмотрим фрагмент Алексея Чумаков в шоу «Один в один». Я знаю боль, что не прощается, и грусть, которой все кончается, и сон, который повторяется.
ночами. Это очень смешно. Это Алексей Чумаков. Да. С какой любовью сделан этот образ? Я долго смотрел на Алексея Чумакова, думал, что ему не хватает. Груди ему не хватает нормально. В это воскресенье вы увидите это выступление в шоу «Один в один». Да, потрясающе. Любовь, я прошу вас сделать следующее. Да. Есть одна проблема. Да. Проблема, которую я прошу вас разрешить. Да. Мы поклонники все оперы. Да. Вот мы здесь все, мы нас же хлебом не корми. Да. Дай оперу послушать. Так вот, возникает один момент. Момент, который меня лично немножко всегда останавливает. Когда люди поют, особенно в произведениях, которые я знаю. Пиковая дама, Евгений Онегин, прочее. Не всегда понятно текст. О, не всегда, а почти никогда. Вот. Это сказали вы. Да. Это сказали вы. Вот. А видите, как вы любите коллег? Видите? Я люблю оперу. Да, вы любите оперу, но, ну, слушайте, ну, вот это же все... Вот это, да, когда ни одной согласной буквы не осталось. Ужасно. Вот я прошу сейчас вас. У нас есть несколько оперных кусков. Я прошу вас посмотреть их и быть нашим переводчиком. Хорошо, с оперного на русский. Наша рубрика специально. Переводим с оперного на русский, пожалуйста. Это оперная эстрада. Итак, будьте любезны, первый фрагмент. Покажите нам, пожалуйста, я вам сейчас скажу, кто это у нас. Это «Пиковая дама», сразу я, чтобы, потому что еще угадывать, чтобы персонажи не угадывали. «Пиковая дама», Петр Ильич Чайковский. Пожалуйста, первый фрагмент. Насколько исполнено трагизмом слово, которого мы не можем разобрать. Да. Вот что она? Во-первых, графиня поет по-французски эту песенку в спальне. Да. Это французский же. А, вот все, тогда все понятно. Тогда еще ладно. Графиня в спальне песенку французскую напевала. Да. Вы знаете, вы должны посмотреть Евгения Онегина. Да, с удовольствием. Потому что Евгений Онегин... Вот где, мне кажется, мы сможем найти. Ну, будьте любезны, переведите. Мне кажется, это тоже на иностранном языке спето. Нет. Себя веряю. Себя уверяю. Себя уверяю. Себя уверяю. Себя уверяю, это слово. Спасибо. Конец сцены письма Татьяны. Все, спасибо. Себя уверяю. Так вот, Вань, опера должна быть спета так, чтобы это было уважение и к языку, и к композитору, и к стилю, и так далее. И к партнеру. А это что? И к зрителю. А потом мы спрашиваем, почему публика на опере делает так? Я благополучно проспал весь спектакль. Вот из-за этого. Ну, кстати, были случаи в драме, другая ситуация. В драме артисты засыпают на сцене. Давайте мы посмотрим сейчас еще один фрагмент из Ивана Сусанина. Будьте любезны. Да, я представляю. Слово «батюшка» я услышал. Я тоже услышала слово «батюшка» единственное. Это ария Антониды. А, значит, я единственное слово «батюшка» поняла. Это «фи», «ха», «и». Это вот эти примеры вокалюк, понимаете? Это ужасно. Вокалюк. Это не вокалисты, это не певцы, это вокалюги, которые только думают о звучке. Это ужасно. Да, то есть, когда только поют... Диафрагма, позиция, остальное все не важно. И это ужасно. Вот это опера. Сразу делает. Хочется прийти на ваше выступление, когда вы там делаете. Приходите. Мы скоро придем. Друзья, у нас в гостях сегодня была Любовь Казарновская. Спасибо. Я начну издалека. Так. Прошел финал конкурса «Мисс Россия 2013», в котором участвовали финалистки. Девушки. Девушки из России. И сегодня у нас в гостях победительница этого конкурса, самая красивая девушка нашей страны, «Мисс Россия 2013», Эльмира Абдразакова. Встречайте!
Здравствуйте, Эльмира. Здравствуйте. До чего же вы хороши собой? Спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, Эльмира, ну как вы? Ну как вы себя чувствуете? Знаете, как вы себя на самом ощущаете? Деле, я настолько счастлива. Даже здесь сидеть, я безумно счастлива. И общаться с вами, мне кажется, это очень здорово. Это и... одно из самых лучших вещей, которое может произойти с вами в жизни, конечно. Это общение со мной. Эльмир, ну что вы мне говорите? Ну разве я... Да что вы, да у вас целый мир открылся. Вы же сейчас полетите, все, это мы вас, вот вы только-только победили, мы только-только вас вот здесь еще на взлете поймали, а дальше все, уже порхнете туда, как говорится. На конкурсы. Мирового. На конкурсы, да. Что дальше? Что у вас дальше, вы будете представлять нашу страну на мировых аренах? Да, представляю два важных конкурса, это «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», где очень хочется достойно выступить и, конечно же, занять... Достойно это как? Достойно выступить, но, мне кажется, Россия давно уже не занимала... первых мест и не получала долгожданных корон. Долгожданная корона. Да-да-да. Да, по коронам мы соскучились в России, это правда. Расскажите, пожалуйста, Мира, «Мисс Россия» — это первый ваш конкурс, в котором вы принимаете участие как участница и как соискательница? Буквально за где-то месяц до «Мисс России» проходил конкурс в Новосибирске, где я принимала в нем участие, и после чего уже меня заметили на нем и пригласили, собственно, на «Мисс России». То есть все буквально вот? Буквально, да-да-да. То есть вы, не... подождите, за месяц, это значит где-то в феврале, в январе? В январе, да. То есть в прошлом году вы знать не знали, что вообще все вот так произойдет? Я никогда не занималась модельным бизнесом и, в принципе... Что вы делали? На самом деле, я очень много чем занималась. Я закончила воскресную школу, музыкальную школу, увлекалась журналистикой, играла в КВН. Один год... Вы играли в КВН? Да, но... Помните какую-нибудь шутку? На самом деле, нет, шутку, наверное, не помню. У нас в КВН было все так, то есть нам придумали... Как бы, как у КВН, но не смешной. Нет, он не смешной, но мне было, наверное, тогда лет 12, и то есть уже... Детский КВН? Да, 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 именно школьная лига. Когда в основном все не смеются, а умиляются, да? Видимо. Видимо. Эльмира. Ну, Сашка знает у нас, Саша, да. В таком же принимал участие. Я с трех лет там. Ну, расскажите теперь вот о чем. Вы, я понимаю, в течение вот ближайшего года вы должны представлять нашу страну. И я уже по вашим ответам вижу, что вы должны излучать доброту, вы должны излучать тепло, должны нести красоту, должны... чтобы слетались к вам птицы. Как Бэмби. Сбегались маленькие оленята к вам. Это я понимаю. А вы можете... Но вы знаете, что одно из хороших качеств для любого человека, я думаю, что вы знаете, это честность. Да-да-да. Расскажите про себя что-нибудь плохое. Плохое? Ну вот расскажите про ваши... Вот вы с виду идеальная, а расскажите, что вот что-нибудь такое... Ну что, вы же сейчас, наверное, ничего не можете делать, да, по контракту? Но вы не можете ходить в ночные клубы, например? Сейчас же многие хотят вас пригласить, наверное, там, я не знаю, куда-нибудь. Нет, на самом деле, никто не хочет почему-то. Идиотизм какой-то. То есть вообще, то есть вы наоборот подходите и говорите, пойдемте в клуб. Говорит, да ну тебя. Ты же самая красивая. Господи. Скажите, а вы ругаетесь? Вот матом вы ругаетесь? Матом нет. Воскресная школа не позволяет. Правильно. Это очень хорошо. Действительно, что вам делать в ночном клубе? Хорошо, давайте просто сейчас по-другому. Расскажите мне лучше про то, как проходил конкурс «Мисс Россия», потому что я слышал о том, что девушкам, для того, чтобы они были в форме, для того, чтобы они были в, как говорится, в тонусе, девушек очень многого лишали перед конкурсом, так ли это? Да, ну, мне кажется, самая трудная сложность была в том, что мы полностью были изолированы от общества и не могли встретиться со своими близкими, родными людьми. Замечательный конкурс какой. То есть вас просто изолировали? Ну, мы жили в лесу. Вы жили за в лесу? За Москвой, да-да-да. За Москвой, ну, вы жили в России. В России, да. В лесу за Москвой, это в России. Хорошо. И что, а почему вас изолировали? Почему вы не могли общаться с... До чего это делалось? Ну, допустим, девушки были с разных регионов, допустим, даже с Камчатки, и родственники, наверное, не могли к ним приехать, и чтобы все участницы были на равных правах, решили сделать... Это очень хорошо. Это замечательно. Чтобы никому не было обидно, что у кого-то мама здесь, в Серпухове, а у кого-то там далеко на Камчатке. Скажите, каким образом вы питались? Были ли какие-то ограничения в этом? Да, это очень интересно. Как мы приехали... Получается, 2 февраля где-то, и буквально с этого же дня
У нас было строгое меню, вся пища была только отваренная, не было абсолютно никакой соли. И, в принципе, тем, чем я питалась до этого и чем я началась питаться, это было абсолютно диаметрально противоположные вещи. Мне было очень трудно перейти на этот график. И была даже одна, наверное, интересная ситуация, когда нас отправили в Москву на экскурсию, после чего мы отправились на каток. После чего мы узнаем после рекламы, что произошло сейчас реклама на Первом канале. Мисс Россия 2013. Эльмира, дорогая, мы остановились на очень интересном моменте. Я напомню, что было до рекламы, потому что реклама часто отвлекает. Эльмира со всеми конкурсантками конкурса Мисс Россия 2013, заточенная в лесу, приехала на экскурсию в Москву. Сначала вы пошли на экскурсию, наверное, по красивым местам, обзорная экскурсия, потом вы пошли на каток, а потом... Мы пришли на каток, вернее, приехали, где, собственно, стоял киоск. Он был... Так, стоял киоск. Ну-ка, барабанную дробь. Такую какую-то. И что было в киоске? Хот-доги. Бам! Хот-доги. А что самое удивительное, возле этого киоска образовалась в очередь, наверное, человек 50, собственно, все конкурсантки. И мы потом было такое зрелище, как все самые красивые девушки страны сидели с хот-догом и с кока-колой или с чаем. Я думаю, иностранцы, которые гуляли в этот момент рядом с катком, подумали, надо же, вот русские. Все на одно лицо, конечно, красивые. И как же они жрут сосиски, конечно, с каким остервенением. Слушайте, ну и что, и как же это, наверное, не очень хорошо было для... если бы питались до этого не соленой, на пару, выпаренной... Полностью только здоровое питание. А можно вот так, когда питаешься только полностью здоровым, а потом 6 хот-догов, и потом опять вот так вот здоровым? А нет, на самом деле, на следующий день, так же, как и после хорошей гулянки, будут свои последствия. Да? После хот-догов. Такого приема пищи. Я понимаю. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как вы следите за вашей красотой? Ведь вы, это же ответственность. Вы понимаете, что сейчас огромное количество людей, женщин, на вас смотрят, понимаете? И назовем это так, и думают, боже мой, ну и что? Да, вот, ну, понимаете, да? Мы же радуемся успехам других. Вот. И мы многие сейчас думают, ну, что такого можно подумать, да? Вот расскажите, как вы вашу красоту поддержите? Как вы, что вы используете? Есть какие-то секреты красоты вашей? Я, наверное, приверженница каких-то природных рецептов. Вы используете природные? Да. То есть вы не из тех, кто косметику вот эту всю иностранную покупает, нет? Ну нет, косметика, конечно. Я путаю, прийти. Косметика это другое, да? Это, да. Нет, именно различные маски из горчицы, из перцовки. Из горчицы, из перцовки, да. В общем, из того, что есть в холодильнике. Да? Да? Прям горчицу, прям маску на лицо горчицу? Нет, это для головы, для волос. Смешиваем все с репейным маслицем, извините, и пожалуйста. Получается на самом деле отличный выход. Смотрите, я просто смак веду, у меня совершенно другие мысли. Простите. Я думал совершенно о другом. Я думал, как это можно. Я понимаю, что можно хотеть хот-дог, но так, чтобы все лицо в горчице, я думаю, это сложно. Эльмир, вы знаете, раз мы заговорили про еду, я прошу вас сделать следующее. У нас заканчивается Масленица, как вы знаете. Вы учились в воскресной школе, начинается Великий пост. Да. Вот, то есть еще какие-то часы, может быть, дни, можно поесть блины, а дальше уже как бы, ну, много людей в нашей стране постится, и блины есть не будет. Мне кажется, нет ничего более завораживающего, чем... самая красивая женщина России, которая ест самую вкусную и самую любимую россиянами еду. Александр, будьте любезны, внесите, пожалуйста, блины. Так. Эльмира, за 15 секунд вы должны съесть все эти блины. Нет, вы мне поможете, да? Нет, я безусловно помогу, но можно я попрошу вас, не торопясь, хотя бы просто попробовать один блин, потому что, мне кажется, это самое красивое, что может быть сейчас из лакомства на столах наших россиян и в телевизорах. У нас есть специальная исконно русская мелодия, которая играет исконно русский инструмент саксофон. Итак, мы готовы?
Эльмира, угощайтесь. Все, приступаем. Мисс Россия 2013, и я предпочитаю русскую еду. Блины. Самые вкусные, круглые, мучные изделия в мире. Эльмир, позвольте мне преподнести вам еще и цветы. Спасибо вам огромное. Я желаю вам победить и на Мисс Вселенная, и на Мисс Мира. Спасибо. Спасибо вам большое. Эльмира Абдразакова, Мисс Россия 2013. Не ходите только выбирать, не ходите. Давайте дойдите. Я тоже. Очень приятная мисс Россия. Скажи, Саша. Очень. Замечательная. Чем еще порадовать вас, друзья, в Масленицу? Есть у нас припасен подарок для вас. Американский музыкант Матис Яху, уникальный исполнитель хасидского регги. Конечно. Дает в России концерты в поддержку нового альбома «Spark Seeker». Завтра Матис Яху сыграет в петербургском клубе «Космонавт». А сегодня у нас в гостях. Встречайте Матис Яху. To the first rays of dawn, keeping it on to the day's eyes on, moving to the night time comes along. All along I keep singing my song. I said this phase is always, sometimes I get so crazy, but just know that I'll always stay. You're my light through the haze. Time by the champion, soothe the soul of the land, memory from the sea and the sand. So the sun comes up again. It's time for the champion, soothe the soul of the land, and the heart from the sea and the sand. So the sun comes up again. Reach for the sky, keep your eye on the prize. Forever by my side, you're my golden sunshine. If it's raining in your mind, well then push them clouds aside. Forever by my side, you're my golden sunshine. When the sun set, I let myself down, found the ground beneath my feet gone. No more words were there to speak. On that day my song was born. Never meant to leave you all alone. Said I'd be a shelter from the storm. Now your clothes have all been torn. Kingdom sacked, attacked and dethroned. It's time for the champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sand. Till the sun comes up again. Time for a champion, soothe the soul of the land, mend the heart from the sea and the sand. Till the sun comes up again. Reach for the sky, keep your eye on the prize. Forever by my side, for my golden sunshine. It's raining in your mind when it puts the clouds aside. Forever by my side, for my golden sun. It's the way of the fly high like Peter Pan. No more never, never land. Lose your backpack filled with sand. Come along now, take my hand. We'll walk together, walk forever. Reach for the sky, keep your eye on the prize. Forever by my side, you're my golden sunshine. If it's raining in your mind, when I push them clouds aside. Forever by my side, you're my golden. By my side, you're my golden sunshine. It's raining in your mind when them push the clouds aside. Forever by my side, my golden sunshine.
with me now. Talk with me, mama, talk with me. Матис Яху, осталось последний раз на этой неделе поцеловать кого-то на ночь. Вы знаете, сегодня я решил поцеловать Джастина Бибера. Увидимся с вами в понедельник. Пока.